Итак, я приехала в Лиссабон. Или Лисбоа, как называют, тоже еще его местные. Конечно, сейчас страна переживает экономический кризис. И, скажем так, набережная. Ну вот здесь в Лиссабоне, по крайней мере, бедненько. Вот такой роскоши. Кашкай получше будет. Пойду вглубь города, посмотрю, что там, какие у нас архитектурные есть, чем удивит нас этот город. Не знаю, первое впечатление, конечно, печально. Но у меня всегда первое впечатление немножко такое, потом город открывается в красе. Ну вот в районе вокзала, ну бедно так, ну вот. Мне вот тоже чем-то Брюссель даже похуже. Брюссель там хоть грязно, но ну, какая-то хоть такая. А тут вот нищета просто какая-то. Ну что, одна из центровых площадей Лиссабона. Ой, ну я вам должна сказать, ну нет. Ну почему-то я ожидала такого от Лиссабона и встретила такое бедность. Нет, я хочу обратно в Кашкай. Вот там туристическое место, и там красивые отели, набережные, какая-то атмосфера. А тут какая-то атмосфера бомжей, честно говоря, запахи такие везде неприятные. Люди вот тоже неухоженные, бедность чувствуется во всем. Ну, может, я еще не дошла до того шикарного места, куда доходят туристы? Пока что нет. Ну вот я понимаю, это главная площадь Лиссабона, потому что ну, большая набережная. И вот какое-то здание Virtuvayorum, и оно реставрируется, что приятно, потому что на фоне всего остального, о, мама мия. Какое-то старинное здание, ну да, заслуживает интереса. Лепка такая. Я хочу найти интернет, да. Пытаюсь найти, может, какой-то Макдональдс. Вообще, конечно, в Португалии легко с интернетом, но вот мне до этого было. А сейчас что-то я не могу нигде законнектиться, надо знать места. Не впечатляет меня Лиссабон. Не нашла еще то место, где я бы ахнула. Но я в поисках. Ну вот интересное местечко. Вот дворики. А дворики, ступеньки. Вот так вот сохнет белье. Вот церквушка старая-старая, и вот такая улочка туда вниз. А там, конечно, вот этой улочке очень грязно. Попьем водички. А вот это интересное явление, такой трамвайчик старенький. Похоже, как в этом, в Стамбуле, в таксиме, там тоже трамвай такой ездит. Магазины. Ой, так грязно, так бедно. Нет, я тут еще ночевать собираюсь. Мне уже хочется уехать с этого города, как минимум в Кашкай.
тут какое-то оживление, по-моему. Такая туристическая улочка. О, Wi-Fi я вижу. А, ну вот. Понятно, это арка, которая реставрируется. И, в принципе, вот это, значит, и есть центральная улица. Слушайте, ну да, напоминает Осло, напоминает Бельгию, Брюссель. Разные. Какая-то даже главная площадь, даже с фонтанами. Вы знаете, везде стоит запах жареной рыбы, причем такого не весьма качественного. Архитектура какая-то странная. Ну вот это единственный интернационал отель, конечно, молодцы. То есть если почистить, помыть, покрасить дома, может быть.